Социальные сети уже давно перестали быть просто средством общения, превратились в инструмент донесения разного рода информации. На следующей неделе в сети интернет появится короткометражный фильм об отношениях между соседями. Фильм повествует о том, как важно проявлять внимание к людям и оказывать им помощь, не ожидая от них слов благодарности. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Добрососедство – прекрасная человеческая черта, которая на сегодняшний день, увы, находится не в тренде. Возможно, это из-за того, что каждый стал больше увлечен своими проблемами и уже не находится времени уделить внимание не то что соседям, но и близким родственникам. Пробудить в людях угасающее чувство заботы о ближнем попытались неравнодушные люди, снявшие небольшой короткометражный поучительный фильм. Мое рекламное агентство обратился человек по имени Мухаммад с предложением снять короткометражный социальный фильм. Мы прописали сценарий, подобрали актеров, выбрали необходимую локацию для съемок. Они прошли, на удивление, легко. Да, возникали трудности, но мы их преодолели. Снимая этот фильм, мы в первую очередь хотели затронуть тему добрых отношений с соседями, так как нам предписано это в Священном Писании. И я очень надеюсь, что этот фильм принесет много пользы нашему обществу. Действующие лица фильма – это пожилая одинокая женщина на пенсии и молодой парень Мухаммад. Оба живут по соседству и оба с друг другом не знакомы. Мухаммад, как примерный сосед, старается выйти на контакт с женщиной, желает помочь ей. Но на все его попытки помощи женщина отвечает отказом. Но это его не останавливает, и он решает помогать ей втайне. Ты можешь жить в одном доме около года, и ты практически не знаешь, кто у тебя там наверху живет. И знаешь, самое обидное, что... Самое обидное – это самообман. Ты думаешь, а что он такой гордый, что он не подходит, что я должен подходить? И ты себе как-то внушаешь, говоришь, пускай он первый подойдет, или пускай он сам подойдет, потом я подойду. Он, наверное, не хочет. Сколько есть у нас таких соседей, у которых нет возможности? Любой социальный фильм, он несет какую-то идею. И если таких подобных роликов будет как можно больше, я думаю, наше общество будет обращать гораздо больше внимания на те проблемы, которые есть. И не только обращать, но и решать эти проблемы. Как говорят авторы фильма, тема для их короткометражки выбрана не случайно. На сегодняшний день люди стали гораздо черствее по отношению друг к другу и не стараются оказывать помощь близким. Порой, живя на одной лестничной площадке, соседи бывают совсем незнакомы. И в этом видеоролике мы с командой хотели дать знать, чтобы люди проснулись, смотрели вокруг, кто вокруг живет, есть ли какие-нибудь соседи, кому нужна будет помощь. На сегодняшний день... Альхамдулиллах, мне, например, Аллах дал возможность помогать кому-то, помочь своим соседям. И через этот видеоролик мы хотели донести до людей, что надо интересоваться делами соседей, надо интересоваться их состоянием. И через вот этот видеоролик хотели немного маленький призыв сделать, и думаю, иншаллах, у нас это получилось. По словам авторов, они сняли этот короткометражный фильм с целью побудить людей быть ближе друг к другу и не стоять в стороне, когда кому-то нужна помощь, а уж тем более, когда для ее оказания есть все силы и возможности. Абдулла Алиев, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.